родители Виторгана рыдают над сыном Собчак. Популярный актер Эммануил Виторган поделился своими эмоциями от рождения внука, которое ему подарила Ксения Собчак. Артист признался, что эта радостная новость довела его до слез. Эммануил Виторган рассказал: «Друзья, поздравьте нас, родился. Мы плачем, дедушка Эммануил и бабушка Ира», написал растроганный актер на своей официальной страничке в социальной сети Facebook. Интересно, что в настоящее время Виторган и его супруга Ирина находятся в латвийской Юрмале. А вот мать Ксении Собчак Людмила Нарусова оказалась более скупа на эмоции. Когда репортеры дозвонились до новоиспеченной бабушки, чтобы узнать о ее впечатлениях, та ответила, что ничего не хочет говорить, и заявила, что отсыпается.